Всем привет, на связи Федор Васильев, и сегодня долгожданное обновление Gridbox до версии 2.2.8. Давайте рассмотрим нововведения. А нововведения очень меня обрадовали. Первое из нововведений, о котором я хочу сегодня рассказать, это возможность редактировать в плагине текст, тот текст, который мы размещаем. То есть, например, мы с вами используем заголовки различного уровня на нашем лендинге, и, как правило, изначально нужно задавать все параметры вот здесь. То есть тема и вот здесь вот типографика. Заголовок H1, вы помните, да? Оформляем его здесь. То есть цвет, шрифт, размеры, отступы и так далее. И давно уже было замечено, что иногда очень не хватает такой возможности. То есть мы глобально настроили, но в каком-то случае на странице. Вот, например, заголовок «Факты», да? Мне хотелось бы придать какие-то свои значения. И приходилось здесь прибегать к настройкам, именно используя сам редактор. Но теперь появилась возможность. Мы нажимаем с вами на вкладку «Основные». И вот здесь вот есть, появилась теперь с версии 2.2.8 вот такая вот галочка. Если мы снимаем эту галочку, то вы видите, вот здесь появляются индивидуальные настройки данного текста. То есть непосредственно именно к тексту «Факты» мы можем применить те или иные значения. То есть, значит, размер вы видите, межбуквенное расстояние, межстрочный интервал, выравнивание, цвет, шрифт и так далее. Но помните, если вы нажмете обратно вот здесь вот галочку «Глобальные», то настройки будут показаны по умолчанию из глобальных настроек, которые указаны у вас здесь. Это первый момент. Если вы используете такое меню в Gridbox, которое вас прокручивает на одной странице до нужного фрагмента, давайте посмотрим, какие здесь есть нововведения. Переходим в настройки данного плагина и видим, что здесь добавился автоскролл. Что это такое? Если мы поставим с вами здесь галочку, также мы можем задать скорость перемещения и даже выбрать эффект прокрутки. Как только мы с вами это выберем и сохраним, перейдем на сайт, то прокручивать сайт по нашим якорям мы сможем колесом мыши, то есть сразу прокручивается до нужного момента, куда я установил якорь. То есть сейчас вот я использую колесо мыши. Далее стрелки на клавиатуре и на мобильном устройстве одним касанием пальца. То есть если вам это удобно, сразу прокрутка, да, то вы это используете. Лично мне она здесь как бы не нужна, поэтому я эту галочку снимаю. И на десерт я оставил самое вкусное, а это новый плагин видео. Давайте его рассмотрим. Иконка видео размещается сразу после плагина текст. После обновления она у вас здесь должна появиться. Кликаем на нее и посмотрим, что она может. Первое. Мы можем внедрить любое видео с YouTube. Давайте сразу наглядно и посмотрим, как это делается. Нам нужно получить идентификатор нужного ролика. То есть мы в YouTube находим нужный ролик. И вот здесь вот в адресной строке ID ролика, это у нас до знака равенства. То есть вот этот идентификатор, он у каждого ролика уникальный. У вас будет свой. То есть он у всех вот до знака равенства. Вы все копируете. Далее проставляем его в это поле. Сразу ниже видим, ролик появился. Начало можно задать, например, с 15 секунды, чтобы ролик начинался. Автовоспроизведение, если поставим галочку, автоматически будет проигрываться видео, как только страница загрузится. Элементы управления можем скрыть, то есть это вот внизу play, перемотка. Отображать информацию, то есть заголовок вот этот вот наверху тоже можно скрыть, если снимем галочку. Ну, остальные настройки штатные. Прибавить тень, цвет тени. Соответственно, в макете я уже не говорю об этих настройках, это штатные настройки. Давайте посмотрим, сохранимся, обновимся на сайте. Вот мы видим ролик, play. И с 15 секунды ролик запускается. Скругленные углы, тень. И, соответственно, вы должны понимать, что на вкладке «Макет» вы можете задать рамочку, сделать пунктирный там. То есть вот вокруг ролика вы это видите. Например, вот такого цвета. Дальше, что интересно, вы можете вставить видеоролик с Vimeo, то есть здесь вы выбираете Vimeo и вставляете ID ролика Vimeo, если вы пользуетесь этим сервисом. Но самое интересное, вы можете вставить свой видеофайл в формате MP4. Выбираем исходный файл,
Только здесь нужно учитывать то, что ролик должен быть оптимизирован небольшого размера, потому что это уже будет загружаться с вашего хостинга. Если таких роликов будет много, и они будут большие, длинные, тяжелые, соответственно, сайт может медленнее грузиться. Помните об этом. Я специально подготовил здесь ролик в формате MP4 небольшой для наглядности. Вы видите, он уже появился. Я ставлю автовоспроизведение. Луп – это играть по кругу. Как только ролик закончится, будет продолжать он играть. И элементы управления идут. Видите, вот play, вот эта перемотка. Даже скачать можно, где стрелочка на весь экран. Это уже браузерный плеер. Сохраняемся. Идем на сайт. Обновляемся. Вот этот ролик, вы его видите, автоматически он начинает проигрываться, как только сайт полностью загрузится. Вы видите, он сейчас играет. Можно делать на весь экран и так далее. О других нововведениях и исправлении ошибок вы можете ознакомиться на сайте разработчика. Если вы впервые видите инструмент Gridbox, конструктор страниц на Joomla, и хотите более детально его изучить, то я предлагаю вам перейти на страницу презентации моего пошагового видеокурса для начинающих. Данную страницу вы сейчас видите у себя на экранах, где все подробно я описываю, как что нужно сделать. После изучения данного курса вы без труда сможете создать профессиональный, адаптивный, красивый сайт, лендинг-пейдж в интернете. На этом видео я заканчиваю и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.